Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Вот я сажала на рассаду такой низкорослый сорт под названием Снегирек. Чем он меня привлек? Я ни разу его не сажала. Сейчас прочитаю вам его описание. Чем же он меня привлек? Снегирек. Это миниатюрный скороспелый 80-90 дней. Он пригоден для выращивания как в горшечной культуре, так и в открытом грунте. Растение высотой 25-30 сантиметров. Очень сладкий. Посев на рассаду производят в начале апреля. Ну, так как у меня рассада будет в больших горшках, хранится. Расти я потом из этих вот маленьких пересажу большие. Так что для меня это самое нормальное будет. Очень сладкий. Очень сладкий сорт. И возможен высев семян сразу в грунт. Это как в грунт. Тепло станет. В начале мая сделайте ровочки на грядках, посыпите сразу семечки, и они прорастут. Потом останется вам только разорвать и рассадить. Так как он очень скороспелый, его можно сеять и в мае, в открытый грунт. Эту информацию я нашла в интернете, в Яндексе. Это не моя информация. Буду сажать по одному росточку в такие вот горшочки. Мне очень они нравятся, очень. Если понемножку поливать, они сильно не раскисают. Не так, как сразу обильно, чтобы со всех щелей потекла вода, а понемножку. Столько, сколько нужно растению. Вот я подготовила свои горшочки. Самую крупную, хорошую я буду по одному сажать, а самую миленькую по два растения в горшочек. Вот у меня здесь 15 горшочков. Больше этого сорта я не буду. Каждый сорт я буду сажать по 15 штучек. Рассадила я их по одному, выбрала самые лучшие. Вот что у меня остались. Но это я уже вам снимать, показывать не буду. Я дальше рассажу по два штучки в горшочки. Сейчас я подпишу, покажу как. Вот так фломастером я подписала и на окошечко. Земельки много не сыпала, пол горшочка, будут подрастать, буду подсыпать земельку. Заходите в гости, буду очень рада. Это мой опыт такой вот посадки. Может, кому-то и понравится. До свидания.